Неужели 20-й попытки? Что случилось? Я наебался со скалы, чувак. Я использую в своих грязных целях. Так, я должен обойти этого хрена с прожектором. Эй, не наебался. Нужно обойти этого хрена с прожектором и вышибить ему мозги. Или крепко обнять и уложить спать. Окей, так. Ну, блядь, не звоните мне сейчас. Я ожил. Я живее всех живых. А кое-кто сейчас будет прямой моей противоположностью. Мудак. Вид от первого лица, как в этом. В GTA. Беспалево вообще полное. Ну, что сделать? Ну, не знаю. За кактусом посмотрите, ребят. Он хоть подозрительный в последнее время. Так, на этой сраной винтовке глушитель есть? Так, сейчас этому... Опс. Опс! Мне нужно быстро убрать его труп с видного места. Давай, давай. Оп, забрали. Ой! Помечка я тебя, бро. Бля, нет, пожалуйста. Не надо. Не замечайте меня. Боже мой. Откуда он там? Ладно. Настало время для плана Б. Бля. Это ЦП! Нам нужно подкрепление! Что за разброс, Снейк? Ты что, в первый раз винтовку в руках держишь? Как он жив? Дерьмо! Ух ты. Оказывается, мог и выжить. Окей. Do you de... Нет. Окей, все сдох. А, чё, жив? Нет. О, деточки. Это скринтов. Дерьмо, дерьмо. Нет, 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 нет. Я буду жить, я буду жить, я буду жить. Снейк. Молодец. Хороший змей. Откуда? Откуда сраная стрельба? Подходит? Вы охренели? Мама. That was a grenade, да? Ага, вот. Снейк. Снейк. Солид. Твою мать, Снейк. Ты ни хрена не солид. Ладно, это была не самая удачная идея. Это была не самая удачная идея. Так что будем теперь по стелсу. У меня такое ощущение, что живу в Виндхельме, у меня сломался камин. Холодно просто до усрачки. Из-за этого я крайне хреново сплю. Постоянно поднимаюсь в 2 часа ночи или в 6 утра. Бегу в ванну греться, потому что нигде больше нельзя загреться. Мне так и не включили сраное отопление. Я понял, чё у меня оружие шумное стало, тут такая заглушитель тратится. Ну чё сказать? Kojima make a great game. Suppressors can give some damage. Чпоньк. Старый добрый металлгировский пленк. Срал я на вас! Пока. Я вообще-то его хотел скинуть, а не сам упасть. Ну ладно, пока. Не, погоди, а как мне его скинуть? Кодзима. Кодзима, как мне его скинуть? Давай, разрушь четвертую стену опять. Ну ладно, насрать. Ничего не... О! Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Грязные методы войны. Бро, иди нахрен. Я тебя пометил. Свободен. Я дошел, господа. Кто хочет стелса? Как насчет такого стелса, сволочи? Попался? Кто попался? Кто попался? Самое главное, где? Нет! Как полетел-то? Ready for combat? Да давайте! Идите сюда, я вам такой комбат устрою, потому что вы все mortal. Чпонь! Оу! Какой ты меткий.
Ты помер? Чувак, ты жив? Надо сходить проверить. Снейк не оставляет живых свидетелей. Ну-ка. Ту-юрта. Он мертв. Окей. Так, теперь. Снейк, лезь, лезь. Крепкий змей. Жив? Не жив. Бывает. Вылезай туда. Оп, коротенькими очередями. Нет, ребят, давайте перерыв устрою, окей? Давайте небольшой перерыв, потом передохните, пока поешьте, там, не знаю, штаны прочистить. Вы я здесь! Ну-ка, что за неуважение? Тай! Сдохни. Готов. Опаньки, еще двое. А вы бесконечные, да? Ну тогда мне пипец. Хотя нет, у меня есть идея. Опс. Пережилось в голову. Крепкий череп. Так. Миниган! Что там еще за рука, понятно. Все, надо исчезнуть. Сюда мне решили зайти, да? На, подъем! Итбэка, блядь. Ага, окей. Ой, блядь. Я посрался, спасибо. Вы мне должны новые штаны, сволочи. Ты постарай их постирать. Давайте, вперед, штурм. Это не Splinter Cell. Бонусных очков не будет. Оп. Окей. Вы не столь тупы, как я думал. Вы даже засады смогли сделать. А, давай. Антиколон. Эти задаран. Неважно. You are dead, bad bitches. Да вы издеваетесь. Я же почти сделал это. Надо было прицелиться получше. Все, ГЛОНАСС в действии. Так, там наверняка этот хрен с прожектором. И тебе тоже надо быть осторожным. Рискнем! Мне насрать. Смотри меня. Зачем? Пас, ты ё... Подкрепление решил. Тебя можно погрузить в машину, мне интересно. Попади. Неужели нельзя? А, можно, смотри-ка. Ладно, пас. Молимся. Пас, иди сюда, давай, надо сваливать. Ох, срань господь. Нет! Откуда, блин? Спи, ублюдок. Сваливаем! Быстрее! Давай! Call of Duty! Call of, мать его, Duty. Зов долго. Давай, устроим тут Майкл Бэй. Вертолет, выдержи, пожалуйста! Это же не БТР! Нет, 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 нет! Нет! Лети быстрее! Мы ушли! Срань господня, мы ушли! Охренеть!